Доставили на вертолете Смурт из больницы Унген в Кишинев. 55-летнего мужчину, получившего ожоги на 90% поверхности тела, пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Его доставили в клиническую больницу травматологии и ортопедии. Мужчину в полете сопровождал экипаж Смурт. После того, как вертолет приземлился на стадионе «Динамо», пациента приняли наши врачи. В настоящее время он находится в отделении реанимации. Больной в сознании, говорит, что пострадал дома в результате взрыва газового баллона. Я предполагаю, что травма получена в помещении, потому что пострадало практически все тело, включая дыхательные пути. Как сообщила пресс-секретарь Унгенского инспектората полиции Кристина Викл, взрыв произошел в понедельник в селе Кондратешты. Случился он из-за утечки газа. Известно, что дом был серьезно поврежден. В этом году экипажи «Смурт» из Румынии провели 8 авиационных медицинских операций на территории Молдовы.